Всем привет! Сегодня я решил сделать видео по мотивам одной знаменитой истории, которая называется «Меч короля Артура». Это был обычный человек, который жил в обычной бедной семье, и вдруг он неожиданно узнал о том, что он король. Ну а на троне сидит самозванец. В принципе, вот эту историю вы сегодня и увидите. Только есть одна проблема. Я не знаю, какая концовка будет у нашей истории, потому что она может закончиться вообще чем угодно. Ну, посмотрим. Эх, как же хорошо растет моя пшеница. Такая высокая, пышная. Я думаю, что ее можно очень хорошо продать на рынке и получить много денег. Ладно, я отдохну, а то это был очень тяжелый день. Кто это такой? Зачем ты идешь по моей пшенице? Что ты делаешь, блин? Зачем он это сделал? Я не понимаю. В смысле все в порядке? В смысле? Ты мою пшеницу истоптал. Что? Что ты говоришь? Я на самом деле король? Мой отец погиб и меня отправили сюда, в эту семью? Да ладно, а трон захватил самозванец? Не может быть. Это какая-то жесть. Ну слушай, если я король, то надо идти разбираться. Ну куда ты по пшенице, ты идешь, ну что это? Да, эти маги, конечно, никого не слушают. Вообще беспределят. Что такое? Почему он разозлился? Куда мы идем? Мы идем в какой-то... Даже не знаю, как это назвать. Какой-то полигон. Так, что здесь? Здесь у нас что, какие-то бои без правил проходят? Зачем в меня стреляют? Это что? Нет. Я так понимаю, надо сюда вставать, к стенке. Так, ну, в принципе, можно поучаствовать на самом деле, если меня выберут. О, меня выбрали, да. Ну все, сейчас я им покажу. Так, все тогда сейчас и залетаем. Так. Ну что, давай, давай, иди сюда. Стой, хорошо, все. Минус, минус Мирослав. Ну что, кто дальше? Кто следующий? Давайте. Я любого раскатаю. Давай, выбирай еще раз меня. Давай, давай. Ну что это? Почему меня не выбрали? Я еще хотел с кем-нибудь подраться. Показать свою силу. Ну ладно. Ну что, я думаю, что затащит левый. Все-таки мне кажется, что левый должен затащить. Хотя... Слушайте, всякое может быть. Нет, затащил правый. Хорошо, какая-то собака затащила. Неожиданный, неожиданный поворот. Ну что? О, дальше я. И кто? Кто? Нет, только не он. Почему так? Ладно, гоу. Так, давай, давай. Ой, я промазал. А, все. Хорошо, даже не заметил, не почувствовал противника. Можно еще кого-то посильнее? Не заметил его просто. Что, мне дадут деньги за победу? Это что, какой-то священный камень? Зачем ты меня сюда привел? В смысле достать меч? Как я его достану? Никак я его не достану, алло. О, я достал! Хорошо, все, смотри, я достал меч. Круто, да? Теперь у меня есть меч, замечательно. Так, что, куда нам идти? Это что, какой-то магазин? А, нам нужно себе здесь купить помощника, понял, понял. Так, ну такой себе вариант, но какой Мортис? Зачем? Би, ну тоже, какая-то она не очень красивая. Бо, вот Бо уже больше подходит, но не знаю. Далее у нас идет рикошет. Ну, рикошет 50 на 50 на самом деле. Зачем это поставили? Динамайк точно не подходит. Би. Ну не знаю. Би 50 на 50. То есть такое. Два других вообще какие-то не очень интересные. Ну, Карл нормальный, но Байрон нет. И нам нужно выбрать одного здесь, да? Так, ну какой здесь самый лучший вариант? Ну, я бы на самом деле себе в качестве помощника взял, наверное. Ну, вот, наверное, Карла. Потому что он был бы полезным, мне так кажется. Я думаю, что он. Мы его покупаем. Наконец-то мы добрались до этого замка. Ну что, вперед, захватывать мой трон, давайте.
О, там уже защитники. Так, уничтожаем их, уничтожаем. Ничего себе, как их много там. Вот это да, я такого не ожидал. Так, давайте здесь обойдем. Так, ладно, мне здесь преградили дорогу, но здесь можно... Ой, сколько их там много стоит, жесть, жесть. Надо пробираться дальше. Хорошо, минус один. Так, идем, идем, один вообще что-то заснул. Повезло. Ай, нет, что за урон? Вот это да, вот это урон, конечно, проходит. Так, нормально, мы их поджимаем. Проходим все ближе и ближе. Так, замечательно. Ой-ой-ой. Так, ладно, живем, живем. Здесь можно похилиться, в принципе. Так, давайте сюда. Ой, это было опасно. Надо отойти. Так, нормально, нормально, мы продвигаемся все дальше. Там уже маг с моим помощником зашли. Ой, нет, 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 что? Вау, я воскресился, спасибо. Этот маг-волшебник сказал, что может воскресить меня два раза. Вот это жесть. Так, мы убили одного, хорошо. Проходим. Но сейчас-то мы уже знаем, что делать. Да не, только не Спайк. Но почему он? Ненавижу этого Спайка просто. Так, ладно. Ай, Броки далеко стреляют, очень тяжело здесь. Здесь еще замедление. Жесть просто. Так, ну нужно идти в атаку. Я под гаджетом. Ай, что за урон? Меня воскресят? Замечательно, меня воскресили, но Макс сказал, что это был последний раз. Но в принципе больше не понадобится. Давайте действовать очень аккуратно. Так. Вот это да, как они хорошо держат оборону, смотрите. Они нам даже здесь пройти не дают. Что это такое? Ай, да почему? У нее что там, бесконечная ульта? Они нам просто не дают войти вообще в замок. Так, блин. Ай, давайте, давайте, проходим, проходим. Так, я выжил, я выжил, я как-то выжил. Жесть, жесть, это очень тяжело, блин. Блин, я сейчас могу умереть. О, что, я делаю минус 2, вот это да. Все, идем вперед, я просто минус 2 сделал. Ай, нет, за что это конец? Кстати, мой маг в живых. Надеюсь, что он меня еще воскресит. Я думаю, что он сможет это сделать. Давай, давай, маг. Убивай всех, хорошо. Так, быстрее, быстрее, убивай его. Молодец, так, замечательно. Вот это да, какой же он мощный, смотрите. А, так, маг, давай, воскреси меня, меня воскреси. Куда он идет? Что? Он занял трон. Вот это да, он занял мой трон. Так же нечестно. Вот это да, жесть. Это просто жесть. Маг захватил мой трон. Если честно, я такого вообще не ожидал. Я хотел сам затащить, всех убить и занять трон. Но что-то не сложилось. Но зато теперь вы знаете новую концовку Короля Артура. Блин, все тогда. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.